и мы начинаем преображать ваш интерьер, наполнять его новыми яркими акцентами, главное, дарить вам самое лучшее настроение. Но я предлагаю вам еще и подарить это настроение своим родным и близким, ведь впереди у нас целая череда праздников. А ведь, Марин, на самом деле, самым лучшим подарком всегда является плед. Ну, что ж, как известно, не бывает плохой погоды, бывает мало пледов, а наша коллекция пледов представлена сразу в нескольких цветах. Главное успеть забрать. Итак, у нас три размера и три модификации на выбор. На кровати, вы видите, яркий, акцент очень теплый, это модификация желтый цвет. Далее, для тех, кто дает приоритет гармоничным оттенкам, тогда рекомендую вам выбирать модификацию зеленый. Он очень красиво украшен такими алыми розовыми розами. Далее, для любителей романтичных оттенков, я рекомендую выбирать, конечно же, модификации розовый цвет. Итак, три размера на выбор. Полутораспальный, двухспальный и евроразмер. А это значит, что каждый подберет абсолютно свой размер и свой цвет. Хотя, Марин, сегодня нужно выбирать. По такой цене нужно брать все три варианта. Сказала эксперт, у которой у самой 10 пледов, и она заказывает все еще, еще, еще. Кать, ну вот единственное, что не могу не уточнить, мягкий, пушистый, вот согласны, да? Значит, будем использовать его и на диване, и на кровати, и в гостиной. Да, Марин, действительно, плед, за что я люблю на самом деле пледы, так это за их многофункциональность, потому что это не просто плед. Во-первых, с помощью пледа вы с легкостью обновите свой интерьер. Вот смотрите, да, обычный диван, ничем не приметный, просто светлый, но мы только накрываем его пледом, сразу яркий акцент. А может быть, ваш диванчик уже потерся, так плед подарит ему просто новую жизнь. Но также плед вы можете использовать в своей спальне как покрывало, конечно же, в том числе. Вы можете использовать его на полу, постелить деткам, чтобы им было тепло. Вот я Ангелине всегда свои стелю. Но также просто взять, закутаться и насладиться теплотой и мягкостью. Ну, это еще не все, Марина. Так, мы мягкость, очень... теплота, да, преобразили нашу гостиную, спальню, да вообще целую квартиру. А еще можно использовать как одеяло. Вот мы очень часто, на самом деле, с Ангелиной спим именно под пледами. Слушай, они жарко, они же, наверное, воздух не пропускают. А вот это вот самое главное, Wellsoft, из чего изготовлен наш материал, он уникален тем, что он принимает температуру тела человека. То есть он дарит, знаешь, такое благотворное сухое тепло. Тебе под пледом уютно, тебе комфортно, но никогда не будет никакого парникового эффекта. Кать, ну вот уже убедила, мне нравится, и что вы видите, да, студию как преобразили, как изменится ваша спальня, гостиная. Мне нравятся эти яркие цвета, и желтый, и зеленый, и розовый, но я бы, наверное, себя все-таки не взяла, потому что ворс, у меня, например, был плед другой, обычный, ну там после трех стирок он весь помялся и разрядился, то есть такой был разрежен. Ну, Марин, вот этим и уникален на самом деле наш плед, потому что у Wellsoft сочетание и нежности, и практичности. Посмотрите, да, насколько густой ворс, но что самое главное, за счет хитросплетения и уникальным технологиям, вот это вот волокно, оно в десятки раз тоньше человеческого волоса, но оно, этот ворс не подвержен и стираниям, и деформациям. После стирок? И после стира в том числе. И краски остаются такими же яркими и насыщенными. Также при создании Wellsoft он обрабатывается специальной высокотехнологичной смазкой, которая не выстирывается. Но и благодаря этой смазке ворс и не теряет своих уникальных свойств, оставаясь таким же нежным и пушистым долгие годы. Берите и делайте подарки своим близким. Звоните прямо сейчас. Ну и, кстати, вас наверняка, как и меня, беспокоит вопрос, а розы-то не завянут, не смоются эти краски, не смешается наш леопард или зеленый фон с вот розой. Марин, смотри, при создании пледов из Wellsoft используется уникальный импортный краситель. Так. Плюс также метод крашивания, которым производят, да, данные пледы, это активный метод. Что это значит? Волокно прокрашено на все 100%. Смотрите, лицевая сторона и изнаночная, они не отличаются. И благодаря этому плед остается такой же яркий, такой же насыщенный и не боится никаких перипетий, даже стирок и даже температуры 100 градусов. Вот это да! Вся студия ликует. Все удивляются, как это возможно. Но мы все проверяем. Я вот, например, проверю. Все-таки не окрасилась ли вода. Вот подкладываем, Кать, мою белую карточку под
наш сосуд. Осторожно, Мариночка, не обожди, да. Ты мне еще нужна, твои ручки тоже, это, посмотрите. Это, конечно, приятно слышать. Посмотрите, обратите внимание. Белоснежная, идеально, да, чистая. Идеально чистая вода. Браво. Потому что пледы из Вилсофта создаются по японской технологии. Это уникальное волокно, прокрашено на все 100% импортным красителем. Останется такой же яркий, такой же насыщенный, даже после 360 стирок. У нас очередь в колл-центре, поэтому не переживайте, звонок бесплатный. Минутку-другую подождете, ничего не страшного не случится, деньги с вас за звонок не снимут. И сегодня платить никому ничего не нужно. Даже вот если зарплату, пенсию еще не получили, ничего, придет посылка, тогда придете, заберете. Кстати, рекомендую в качестве первой покупки. Тем временем Катерина Архипенко, пользуясь служебным положением, укуталась в наш плед. Кстати, не жарко тебе под софитами? Нет, мне не жарко, мне очень комфортно и мне очень тепло, мне очень уютно. И вы знаете, вот я вам рекомендую последовать моему примеру. Такой плед я выбрала для своей любимой мамочки. Она далеко живет от меня, в Красноярске, но я могу передать всю свою любовь, всю свою теплоту через такой нежный плед. Она будет каждый вечер кутаться в него и думать обо мне. Позаботьтесь и вы о своих родных, о своих близких. Подарите им эту теплоту и заботу. Но я, конечно, для своих родных выбираю только самое лучшее качество. Кать, выбираю практичность, но и нежность. Насколько долго? Но пледы долго? Из Вилсофта – это самая прочная нежность в мире. Ведь они не боятся ничего. Посмотрите, как я его растягиваю. Я его тяну, но плед не деформируется, посмотрите, ведь это японские технологии, это японское качество, которое останется с вами как минимум на 5 лет без потери качества. Я не просто так это говорю. 5,5 лет мне служит мой плед из Вилсофта и радует меня своей теплотой, красотой и, конечно же, нежностью.